КНДР предупредила Японию и Южную Корею о запуске ракеты Юнха-3. Это произойдет в период с 10 по 22 декабря текущего года. Уже установили первую ступень ракеты. Работы планируют закончить в ближайшие 3 дня. Япония готовится перехватить ракету при помощи зенитных комплексов. Противоракетные орудия уже разворачивают в префектурах Хиросима и Окинава. Осудили запуск и представители Южной Кореи. КНДР, в свою очередь, продолжает настаивать. Она запускает ракеты исключительно в мирных целях, чтобы вывести на орбиту телекоммуникационный спутник. Это уже вторая попытка Северной Кореи. Весной миссия закончилась провалом. Ракета развалилась через несколько минут после старта.